Дмитрий, Юлия, здравствуйте. Расскажите, какую компанию вы представляете? Компания WEDEX или Web Delivery Express. Это решение для управления доставкой с температурным режимом. В чем особенность ваших услуг? Мы соединяем интернет-магазины и службы доставки. Да? То есть мы некое вот звено, которое между интернет-магазинами, клиентами, да, и службой доставки. Предлагаем доставку именно с температурным режимом, плюс 2, плюс 6 и минус 18. Это такая стандартная температура, да, которая сейчас пользуется популярностью. Клиентов очень много, спрос очень большой. На самом деле небольшие сложности есть с исполнителями, да, потому что клиенты обращаются, но выполнить все запросы... Недостаточно курьерских компаний на рынке, которые бы могли профессионально делать доставку B2C с эквайрингом, с прекрасным сервисом. То есть вот у нас на сегодняшний день там две курьерские компании подключены в Москве и доставляем порядка 120 маршрутов ежедневно выходит в Москве и Московской области, вот, через наших партнеров. И два раза в неделю идет машина на Санкт-Петербург с доставкой в Санкт-Петербурге по конечным покупателям, физлицам. Вот. Но рынок показывает о том, что, ну, говорит о том, что нам приходится отказывать многим-многим клиентам ввиду того, что недостаточно исполнителей. Ну, прямо сейчас вы даете хорошую идею для тех, кто смотрит это интервью, и отличную идею для того, чтобы развивать свой бизнес в сфере доставки. Совершенно верно. И мы готовы подключать любого предпринимателя, который владеет собственным транспортом, рефрижераторами, вот, подключать и давать дополнительный трафик на доставку. Логистика полностью на вашей стороне. Ну, логистика, процесс, автоматизация процесса логистики от интернет-магазина, от торговца, вот, до конечного получателя. То есть все статусы, документооборот, этикеточку приклеить на коробочку. Вот, это тоже наша вся история. Ну, максимальный сервис, то есть да, так, да, как да, это да, должно да. быть в современном мире. Совершенно верно. Это так работают некоторые зарубежные компании. В нашей стране пока мы первые. Вот, вот как сервис именно. Ну, так это же самое главное, быть лидером своей отрасли. Дмитрий, я знаю, что сегодня вы были еще спикером, докладчиком. Да. Можно в двух словах, о чем был ваш доклад? Мы говорили о проблемах на рынке доставки продуктов питания. В основном это B2C и мелкий опыт B2B, то есть хорека. Вот. И я выступал в качестве спикера, да, говорил о том, как наш сервис развивается на этом рынке, какие особенности есть. И вот как Иван сейчас предложил масштабирование нашего бизнеса в любой город Российской Федерации. То есть бизнес, который имеет, опять же, какую-то одну из составляющих, или доставку собственную с температурным режимом, или склад с температурным режимом, или интернет-магазин, который хочет доставлять в своем городе конечным покупателям, он может к нам подключиться, взять нашу программу, и мы ему окажем всяческую поддержку, чтобы он организовал бизнес в своем городе, на нашей платформе. Это очень, очень приятное предложение. Я полагаю, что вы найдете, кого заинтересовать сегодня здесь на выставке. Желаю удачи вам и развития вашему бизнесу. Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.